А с чем ты вообще мусим тогда брал, если мусим это просто скорее пищеварение? Нет, а что? Я его зову, а он не отзывается. Странно, он всегда такой отзывчивый. Цукуна, стой, подожди меня. Расскажи хоть, что случилось. Оставь меня, старуха, я в печали. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть без ропота позор судьбы? Или надо оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить? Или погибнуть, умереть? Забыться и знать, что этим обрываешь цель сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Мальчик мой, ты не перегрелся? Цукуна, что случилось? Просто мне пришла повестка в армию. Рот мне ноги в глаз печейку. Тебе же еще предстоит целый год в школе. Вот так получилось. Из-за сложной внешней и внутренней ситуации в стране в армию стали забирать и подростков. Но я же еще слишком молод, чтобы умирать. Цукуна, мой пол! Да, это ваш пол, ваш. Нет, ты не понял, мой пол! Да, я не отрицаю, это ваш пол, госпожа! Тебя что, в детстве головой о батарею ударили? Мой пол, я тебе говорю! Ваш пол, ваш! Ты что, по-русски не понимаешь, гастарбайтер ты японский? Не бойся, Цукуна, мы спасем тебя! Уважаемые знатоки, вопрос от Настеньки из города Бобруйска. Это может Цукуна от армии. Много чего было. Давайте Цукуна руку отрубим. Нет, лучше ногу. Тогда он не сможет от меня убежать. У нас будет много-премного маленьких деток и данных в горах в ОГГшек. А может не надо? Я не дал своего Цукуна на такое растерзание. Это совсем не выход. Мы ему просто хорошее сотрясение устроим. Мока-сан. Цукуна. Мока-сан. Цукуна. Мока-сан. Больно, когда хочется шоколада. Не-не-не, это тоже совсем не то, что нам нужно. Жестоко как-то. И где мы недалек найдем? Давайте его лучше Тазиком по голове, а? Это же все-таки жестокий. Это что-нибудь другое. Ну, я могу сказать, что я его маленькая дочка. Я совсем не против такого папочки. Но я еще слишком молод, чтобы стать отцом. Тогда у меня есть один вариант. Мы сделали из тебя душевного больного. У меня как раз есть знакомый в новинках. Когда дружил с Лео? Догадай. Много чего было, да? Эй, это моя фраза. Прости, не хотела тебя обидеть. Много чего было. Нет, я не чокнутый. Мама тесты проводила. Нет, ну Цукуна, ну все тебе не нравится. Мне надоело. Знаешь, Цукуна, такое чувство, что ты просто кричишь на помощь, но сам ты слишком ленив, чтобы самому спасаться. В следующий раз думай, прежде чем попросить у кого-нибудь помощи. Эй, меня подождите! Девочки, стойте! Подождите! Все меня бросили! Я не хочу в армию! То! Есть еще один способ! Гим! Гим, противный, где ты? А, не подходи ко мне, несчастный!
Никто меня еще так романтично не называл. Гид, солнышко, жди меня. It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the...